Поинг! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дакстер, и сегодня вместе с Сайседом мы начинаем играть в игрушку, которая называется It Takes Two. Всем здорово! Игрушка классная, игрушка кооперативная, и мы решили для вас улучшать, скажем так, контент. И если все пойдет по плану, то вместе с моей вебкой вы также сможете видеть и вебку Сайста, который прямо сейчас вам машет и передает пламенный привет. Но реально, мы надеемся, что в техническом плане у нас все получится. И таким образом, в этой игрушке, по сути, небольшой спойлер, экран будет делиться пополам, и вы сможете... Ой, блин! Точно. По-моему, да. И вы сможете одновременно видеть не только геймплей Сайседа, но и также его реакции, эмоции и все такое. Собственно, я нажимаю кнопочку «Начать». Ты там все у себя по настройкам выбрал, да? Да я не знаю, мне что-то... Ну, по ситуации, давай, короче, по ситуации ориентируемся, я думаю. Ты на джойстике? Да. Ой, 18 FPS, можно чуть побольше? 30 FPS, 16 FPS. Ни хрена себе, 26. Так, окей, видим, какого-то чувака выбрасывает мусор. Эй, как день прошел? Прекрасно, сломался. А Роуз осталось есть овощи? Как прошел визит к дантисту? Дантисту. Только не говори, что ты забыл про прием у дантиста. Нет, не забыл. Я думал, ты ведешь ее завтра. Нет, прием был сегодня. Завтра я работаю. Но завтра же суббота. Я знаю, приходится работать сверхурочно. Но почему каждую неделю? Ой, я не в настроении снова заводить этот... Эй, Роуз, нужны мы оба, ты понимаешь? Нечестно. Использовать ее. Я ее не использую, я просто констатирую факт. Так, давай просто возьмем и сообщим, разведемся, короче. Вот прям так. Ага. Капец, бедный ребенок. Мэй, мне тоже нелегко. Опа. А кто ее озвучивает? Давай останемся друзьями. Да. Давай будем дружить всегда. Я и тебя люблю, Коди. Я тебя люблю, Мэй. Ой, милота. Ой, да. И я так понимаю, это как раз-таки наши персонажи, за которых мы будем играть. Ну, сейчас посмотрим, я же не... Да, смотри, выбор персонажа. Ну, давай, раз я начал бабу озвучивать, давай я за бабу. Да, окей. Готовы, готовы. А ты на джойстике? Угу. Джойстик не показывается. С Алиэкспресса, кстати, вот такой. О, Алиэкспресс. Нереально, тема вообще бомбовая. Он у меня еще ни разу не разрядился. Конечно, не так много играл, на самом деле. Саспенс. Неловко. Солнышко, можно я возьму на минутку слониху? Вот так. Роуз. Милая, ты ведь знаешь, что мы тебя любим, верно? И иногда это означает, что, в общем, нам приходится делать то, что не всегда доставляет радость. Мы хотим сказать, дорогая, в общем... Короче, этот... Мама с папой... Мы решили пойти каждой своей дорогой, вот. Как бы... Ну все. Ладно. Можно я пойду и поиграю у себя в комнате? Да-да, конечно, милая. Фига за этот, актер дубляжа. Да, записывайте меня на озвучке. Сергей Бурнов, здрасте. Да, озвучу вообще всех. Блин, конечно... У меня небольшие просадочки, когда локации меняются, но... Более-менее. Слониха, значит. Ну, сейчас главное не звездануться. Да. И она решила, конечно же, свалить из дома. У нее, причем, понял, подготовленная такая специальная лесенка для отхода. Somebody. Где ФПС, блин? Так. Ой, сейчас будет театр теней, скорее всего. Или нет? Доктор Хаким, вы должны мне помочь. Они должны быть вместе. Ну, доктор Хаким, конечно, молодец, но... Смотри. Здесь говорится, любовь — это труд. Видите? Нам надо тоже трудиться. Вы не можете просто взять и сдаться. Мам? Пап? Я желаю, чтобы вы снова подружились. Ух. Сейчас она, короче, взлетает, крышу пробивает, улетает в космос. Да. И тут просто происходит мэджик. Ой, все, ну, слезы, они по-любому магические. Сейчас они, короче, оживут. Неплохо. Вот как бы и завязочка.
Ох, уф. Нормально, чё, бать, как? Нормально. С будуна после Нового года. У него глаз нет? А, не, есть. Да, чисто 1 января ночь, точнее утро. Что это такое? Что это? О, на помощь! Кто-нибудь, помогите! Я поспать. Замолчи! Заткнись. Мэй? Мэй, это ты? Коди? Почему ты выглядишь как кусок говна? Ой, глины. Почему ты выглядишь как деревянная кукла? Я не знаю. Смотри. Какая нахрен Коди? А, это типа родители, что ли? Родители стали куклами, сейчас через все... Что ты натворил? Что? Что? Почему ты всегда во всем видишь меня, а? А, почему ты всегда видишь его? Спасибо, Это что такое? Я доктор Хахим. Всемирный бестселлер и эксперт по любви. Ваша дочь меня купила. Ей повезло. Я был последней копией, потому что продавался лучше всех. Бестселлер. Я помог миллионам пар, а теперь помогу и вам. Снова сойтись. Кого дела? Это просто ночной кошмар. Мне надо проснуться. Нет. Нет. Мэй. Мэй. О, ты вернулась. Ой-ой. Здесь нельзя проснуться. Верно. Ладно, уважаемый мистер Книга. Как же нам проснуться? Коди, Мэй, мы здесь для того, чтобы наладить свои отношения. Мы их уже наладили. Да, да, мы разводимся. Так что с ним все хорошо. Нет, я помогу вам наладить отношения. Глава первый. Ой, налаживание отношений. Плюс, я обещал вашей дочери наладить ваш брак. Видите ли, любовь, она как гора, а вы двое как река. Идем к ней. Она должна знать, что происходит. А бабочки порхают в горах, словно парочка влюбленных. Что разнес? Понимаете, о чем я? Эй, а вы где? Окей. И, собственно, я так понимаю, сейчас у нас начнется геймплей. Да? Так, а где я? Подожди, я на правой части. Ой, слушай, идеально. Идеально, ты слева, я справа. О, там ступеньки. Но мы должны не дотягиваемся. Так, давай найдем способ. Слушай, я какую-то хрень покатил. Опачки. Да. Я погнал. Давай. Ну, давай, я тоже погнал, как бы. Так, до свидания. Минус некий. Да. Ты когда умираешь, у меня немножко просадки происходят, поэтому пытайся не умирать. А, извините, пожалуйста. Короче, эту штуку, скорее всего, нужно направо делать. А может, что ты сделал? Ух, нихрена. Не знаю. Слушай, там какой-то рубильник. Давай что-нибудь нажмем. У меня, по-моему, 60 FPS, вроде нормально. У меня тоже, но вот иногда такие просадочки. Так, Y, все, смотри, это тимплей, сразу тимплей, я тебя жду. Эй, Мэй! Эй, Мэй, мне тут помощь нужна? Где? Ну, я висю, вот, смотри. А, вот ты висишь. Издрясь-то. Опа, ну, тимплей, ну, конечно, что это? О! Ого, Мэй! Это... Они живые? Что здесь происходит? Я вообще не вкуриваю. Но в любом случае, нам не опустить эту лестницу без предохранителей. Но... Предохранители? Они же взяли и сбежали! Ты же их видела! На этих своих маленьких лапках! Потом об этом будем беспокоиться. Давай сначала их вернем. Звездец. Да... Предохранители просто сбежали. Так, окей, я взял. Я понес. Ты слеплен из говна. Ой, глины, в смысле. Алло. Мы тут как бы это, помириться пытаемся, я так понял. Слушай, паркур тут вообще идеальный. А как запрыгнуть? Ну, на... А? Ну вот, я пытаюсь, не получается. А, так ты его вставь вначале. Ты с ним не можешь прыгать вот сюда. Откуда они сбежали, получается? Слушай, тут, короче, нам драться в итоге, ну, точнее, предстоит. И тут есть такой удар, смотри, ты подпрыгиваешь, нажимаешь, такой бдрч. А у тебя, походу, свои скиллы, да? А, вот, смотри, тоже есть такое чисто супергеройское приземление. Да-да-да-да-да. Халк, тупо. Так, окей. Погнали туда. А, вон, кстати, там один этот предохранитель флексит. Надо его поймать. Так, а здесь тупик. Может, сюда? Да, точно, смотри-ка. Окей. Так, предохранитель, иди сюда. Ой, пока что это сложно очень. Сейчас ума сойду. Ой, смотри, лошара в банке. Блин, он там застрял. Давай вытаскивать.
А как его вытащить-то? А, я знаю, смотри, прикол. Да, ну, конечно. Ой, просело. Да, просело. Окей. Паркур, паркур, паркур. Я так в черепашках-ниндзя делал. Да, да, кстати. Опа, здорово. Эй, а ну вернись. Слушай, сейчас вообще как ассасины будем прыгать, только в путь. Так. Мне этот звук не нравится. Да мало чего тебе нравится. Да я почти его догнал. Так, удерживайте. Куда удерживать? А, окей. Береги башку. Берегу, берегу. Ай, спина. Слышь, да ты, блин, не дед. Ты такой нормальный молодой человек. Так, быстрый бег. ЛС. ЛС? А, можно вот так, смотри. Что такое ЛС? Смотри, можно вот так потихонечку, потихонечку. Утренняя пробежечка. Да, утренняя пробежечка такая чисто. Подожди, а я не понимаю, у меня ЛС это что? Левый стик. Что произошло? А, ты в розетку пальцы засунул? Красава. Так, смотри, нам нужно туда. Окей, давай. Срать на этот быстрый бег, пока я не понимаю. Так, ну сейчас нужно встать по-любому. А, еще и в прыжке ударить. Ой, нормально. Прыгнуть и зависнуть на стене. Куда прыгнуть? А, сюда. А, слушай, это как в этом, в Human Fall Flat. А, походу, да. Ой. Так. Окей. Что за спайдермены чисто? Спайдермен, спайдермен. Так, а нам куда? Нам сюда. Здорово. Блин, когда он убегает, вообще минус FPS. Так, спокойно. Прыгнуть и зависнуть. А, но это мы уже умеем. А. Ага, умеем. Должен за вот это вот, понял? Типа. А как держаться-то? Бля. Подожди, а он... Нет, ты должен за желто-черную, за желто-черную. А, понял. Да. А он автоматически цепляется? Да. Понял. А, да, серьезно. Вон, ладно, погнал. Здорово. Вот зайди вот сюда, да. На меня... Хреначит. Прыжок, двойной прыжок и рывок. Так, подожди, у меня тут сложная комбинация из этих. Двойной прыжок и рывок. А, все, я научился. А я нет. А, чекпоинт, нормально. Да. Это, кстати, строительный уровень, смотри-ка. Окей! Спокойно живем. Так, погнали наверх. А че он есть? А, с помощью этой штуки, скорее всего. А, ну да. Ой, нормально. Вот я. О, все, я залез. А я тоже хочу. Рывок используешь. Да-да-да-да-да. Вообще имба. Здорово. Здесь дрязь. Так, а где он? А, он почти наверху, смотри-ка. Эту штуку. Опять? Что ты сделал? Я не знаю. Запустил бензопилу. Ни хрена! Ого, я погнал. Вот это экшен, да, я тоже еду. А! Ой, по красоте. Так. Я взял. Не хочешь это как бы мужчине предоставить? Тяжелая работа. Да. Бля. Я кнопки перепутал, подожди. Ладно, окей, тащи ты. Мы ищем бегающие предохранители. Ну все, последний. Давай вкрутим его на место. Нормоз. Давай. Вот. Хорош. Ну пойдет. И снова нужно, получается, сюда прыгнуть. Давай. Да. В этой игрушке несколько глав, поэтому мы сейчас... О, превосходно, идем. Запиндюрили нас, короче. Да. Что это было? Да, гребаные предохранители. Мэй? Вон она. Роуз! Роуз, дарлинг! Господи, опять ты? Так, а ну, давай, пошел в жопу вообще. Ага, прочь дороги. Я должен с своей дочерью поговорить. Своей дочерью? Говоришь, как будто она тебе принадлежит. О, спросите себя, на самом ли деле вы владеете теми, кого любите? Со смыслом. Да пропусти же нас. Обязательно, но сначала я хочу, чтобы кое с кем встретились. Что это, черт побери, такое? Почему мне знаком твой голос? Мой? Что? Нет. Мы никогда не встречались. Мне очень жаль. Он чем-то похож на пылесос. Ну да. Потому что это есть ваш пылесос, нормальный. Пылесос Кутипаса. Знаешь, кто этот парень? Дайте я скажу. Это Коди. Тот парень, который всасывает в виде мусора. Ох, ну нет, ну это... Так это ты? Это ты испортил мои кишки всем этим мусором. Мусором? Послушай, я только пыл убирал, и все. Просто... Сейчас он чихнет.
Бляха. А, какая херня. О, смотри, нашлась. Что это? Ты это называешь пылью? Ну, знаешь, частично это она. Так вот почему он сломался. Это ты, дурачок. Ох. А ты пообещал ему, что меня починишь. Благодарю. Но вместо этого заперла меня здесь навсегда. Ага. Ой, все, засасывает нас пылесосик. Слушай, книжка, получается, нас подставил. Какой, да, чисто подставной. А возможно, он нам и, как бы, хорошо сделал. Сейчас посмотрим. Ни хрена себе, пылесос, ты видел? Пролагало, да. У тебя тоже до 30 там FPS опускается? Да бывает до 15. Капец. О, нет, опять ты. Хотите вернуться к Розе? Хотите поговорить со своей дочерью? Тогда вы должны забраться на пылесос вместе. Капец. Зачем ты так с нами поступаешь? Потому что вы два дебила должны научиться действовать сообща. Мы в этом не сильны. Ага. Ведь сотрудничество — это ключ к успешным отношениям. Эге? Сотрудничество! Understand? Что ж, давай, до свидания. Hasta la vista. Все, пока. Психованная книга. Этого никогда бы не произошло, если бы ты его не сломала. Да неужели? Но этого никогда бы не произошло, если бы ты не починила, как обещала. Ну я ж не знала, что пылесос тут такой придурок. Ну так вот мы здесь и оказались. И, возможно, застряли здесь навсегда. Не, ну давай это, разводиться. Ага, я знаю, что мы разводимся, но мы не сможем этого сделать, пока не вернемся в свои настоящие тела. Ну ладно, хрен с тобой, пошли. Давай залезем на этот чертов пылесос. Капец, они шпрехают, короче. Прям тупо Эминема нужно врубать. Так, поехали. Откуда эта назойливая книга? Он сказал, что его купила Роз. Ну, похоже, что они такие книги, что-то. Так, я предлагаю не читать субтитры во время экшона. Да, потому что мы сейчас откинемся. Да, очень что-то... помогает. Ой, я утонул в какой-то нефти. Давай доберемся до Роуз. Хороший совет, говорит твоя героиня. Так, нам нужно туда или нет? Ой, засосало! А это... Не знаю, наверное, да. Но я за тобой сижу, ни хрена там что происходит. Ай-яй-яй-яй-яй! А, бляха, вот, я тоже так хочу, все, я погнал. Что? Я не понял. Да, скорее всего, из одного потока в другой нужно фигачить. Так. Нет, не получается. Смотри. Да. А, потому что его вначале нужно, наверное, переключить. Типа, его один надо переключает. Лети. Да. Вот. Давай, лети. Я погнал. Давай. Нифига озвучка там была. Так, а это что за кнопка? Не знаю. Я что-то запустил там тебе. Вот это, по-моему. А, да, ты теперь можешь сюда прибраться. Окей, супер. Так, тут, наверное, такая же логика. Тут я тоже могу, в принципе. Окей, тут чисто паркурчик такой. Опачки. Ой. Масс. Спокойно. Успеешь? Нет. Не, не успеешь. Ну, на следующий, на следующий подожду. Да. Так, маршрутка, значит, приедет. Ой-ой-ой. Ох. Это было гениально. Да. Так, я уже здесь. Я ее перелетел просто. Ага. Все, сейчас буду. Да почему я кнопки-то путаю? Зачем я этот бега-удар-то сделал? Тихо. А, вот так. Спокойно. Миш, ну как бы тебя жду, да? Да, я уже тут. Окей. Так, и тут мы снова должны на этих штуках летать. Окей, я погнал. Ой, нет, мой нос. Какой нос? Ты о чем? Так, ты что-то сейчас откроешь мне. Скорее всего, да. Так, вот пошел ток. А, может, в другую сторону? А, теперь в другую сторону. Давай, теперь сюда. Я должен прыгнуть. Давай. Так, не буду рисковать, лучше вот так. Ох, не могу дышать. Да слышь, чувак, не ной, блин. Так, окей. Ты чего? Еще разочек, пожалуйста. Готов? Да, давай, давай. Это мой фейл, полностью мой. Окей. Сейчас нужно нажимать B, а не X. Все. Что, я погнал. Что это? А мне туда прыгнуть нужно? Да. Ой-ой-ой-ой, главное попасть. Я попал. Ой-ой-ой-ой, главное попадать. А, реально. Ой, хорошо. Из одной дырки в другую. Неплохо так. На самом деле было даже весело, реально. Ох, не могу дышать. Блин, мой персонаж просто постоянно ноет. На самом деле было даже весело, да серьезно. А, что это такое? Не знаю. Проходи. Спасибо. Нет.
Повезло. Так, повезло, повезло. Теперь, возможно, я что-то должен трогать. Ты должен остановить вот этот вентилятор. Секундочку, подожди. Тут какие-то кнопки есть. Все нормально. Игрик. Я здесь. А, здесь не хватает проводов. И что, мы должны их держать с собой, что ли? Реально, ток через нас должен проходить. Иди сюда вначале. Да. Иди сюда. Он, получается, отсюда запускается. Давай. Я погнал. Теперь на следующий. Никит! Я не успеваю! А я успел! Хорош! Вообще лучший! Да. Это жестко было. Так, я поехал. Ради такого и разряд тока мне страшно получить. Ну, как бы да. Пожалуйста, хватит. Слушай, реально веселуха. О, нет, мой нос. Так, вот сейчас аккуратно, сейчас аккуратно будет. Ребята, ставьте лайк за такие покатушки. Да вообще. Почти что от первого лица. Так, спокойно. Ну, теперь мы, опять же, черепашки-ниндзя. Чётенько. Ой, ты понял? Это, короче, Марио 2D. Да. О, прикольно. Так. 2D, но не 2D. Пригнуться. Ага. Какой-то транзистор. Или все, коллайдер. Какие иллюзии у нас с пространством только что были, да? Я до сих пор пытаюсь привыкнуть к этому разделению экрана. Очень этот... Да. Выглядит опасно. Но иногда это очень прикалывает, потому что ты можешь следить за другим. Типа, когда там тебя куда-то запихивает... Ну, конечно, я слился, ну... Никак иначе. Я же нажимаю на X. Все правильно. Вот, нормально. Так, я что-то кручу-верчу. Хорош. Я только приехал. Он иногда рывки прям очень далекие делает, а иногда что-то тупит. Ой-ой-ой! Так, окей, я кручу. Ну, давай, крути. А, вот, я погнал. Ага. Кручу. Так, начинай крутить, я кручу. О! Я здесь. Вот, и как раз-таки так. В такие моменты я могу наблюдать за тобой, и мне, типа, не скучно. Это прикольно. Вот что-то нажал. А я до сих пор кручу? Бляха. Стёком ебну. Так, спокойно. А я что, тоже прыгаю, типа? Походу, да? Да. Ой, они еще и разворачиваются. Долети, пожалуйста. Долетел. Ух, перебрались. Где подстава? Я тоже. Понимаешь, типа подо мной я вижу эту хрень, ты прыгаешь, и она меняется. Так, а что это? Ни хрена он ее меняет. Почему я туда... А тебе, наверное, сбоку нужно заходить. А, да. Так, я меняю. Переключи меня! Спасибо. Вот это тип плей, вот это просто лайк, я считаю. Теперь я. Давай. Давай. Я понял, кто у нас тимплей. Давай. Еще. Спасибо. О, нормально. Просто винтами расхерачило. Так, спокойно. Это, кстати, пылесосы летающие, ты понял? А это компьютер. Это реально компьютер? Так, хорошо. Че, опять предохранители искать нужно? Не знаю. Нет, черепашки-ниндзя. Опачки. Нормас. Так, блин, посмотри на стены. Тут стены из материнских плат каких-то. Угу. Точнее, просто из плат каких-то. Возможно, это даже не комп, а какой-нибудь телек. Да. Хотя... А это вообще непонятно, что. Так, окей. Идем дальше. Ой, труба. Локация прикольная. Да. Что делать? Мэй, запрыгивай на шланг. В шланг. А, давай, запрыгивай. И что, тебя запиндюрить куда-нибудь? Запуляй, да. Окей. Так, ну да. Так, все, я погнал. А я? Не знаю. Сейчас разберемся. А, так тут можно было и без шланга это. Да? Ну, давай. Все, я почти прилетел, да. А, ну вот. И что, и куда мне теперь идти, просто сюда? Вот иди прямо, да. Окей. Можешь фонарь долбануть. Нормас. Так, где мы, блин? Ни хрена там убежал, подожди. Давай, жду, вот я наверху. Давай. Кстати, если я ставлю паузу, у тебя там тоже ставится? Да. Прохавано. Ну, конечно. Так, все. Я здесь. Прыгаем.
Блин, эта игрушка прям, знаешь, идеально для каких-нибудь PlayStation Vita или вообще старых PSP. Прям такой чисто платформер классный. Да-да-да. Окей. О, пылесос такой здесь. Ну мы уже профессионалы, да-да-да. Мы уже профессионалы путешествовать по этим шлангам. Ох, это уж чересчур. В смысле? Ой-ой-ой-ой! Ой, спасибо. Вовремя, да, подсуетился? Так, показать Коди. А ты готов? А что показать-то? Что показать-то? Не понял. А ты можешь эту штуку вот так делать? Нет, у меня тут нет рычажка. А, Ники, ты должен эту штуку запустить, чтобы она вращалась. А, да-да-да. Давай. О, запрыгивай. Угу. Так, а стоп, а меня сейчас несет. Почему? В другую сторону, наверное. Не-не, все правильно, присядь. Тебе надо было присесть. Да-да-да-да, я опять кнопки путаю, я путаю X и B, блин. Да. Вот. Точно-точно. Вот, блин, а никто не путает. Ага. Аккуратно. О, молодец. Нормально. Все, едем дальше. Так, опять какая-то штука. Врубаю свой скилл с пузяном. Окей. Нормально. Так. А. И прыгай туда, получается. Нормас. Он всегда по этой трубе. Блин, до меня только сейчас дошло. Он что-то... А. А, я тебя должен успеть направить, походу. Да-да-да. До меня только сейчас дошло, что он такой токсичный, когда по трубам. Он же типа толстый. Ну да. Он реально застревает там, блин, бедный. Давай, Миш. Мимо. Секундочку. Давай. Запускай. Сейчас просто идеально войду, чеки. Давай. Ой. Направь шланг, Мэй. Направляю, вот, давай. Ой, хорошо. Так, нормас. Что-то запустил, что-то запустил. Возможно, мне теперь шланг нужен, я погнал. Пожалуйста, хватит. Да, чувак, блин, тебе только по шлангам теперь путешествовать. Так, а я как? Я могу эту штуку... А, все, прыгай в шланг, да, прыгай в шланг. Я не знаю, туда я тебя направил или нет. Надеюсь, что туда, Никит. Сейчас проверим. Вообще, там зеленая кнопка есть. Может, у тебя лучше к зеленой кнопке? Подожди, нет. Я нам нужно его спустить. Кого спустить? Шарик. Стой, держи. А, все правильно, да. Так, еще чуть-чуть. Что ж, пора восстать ему из мусора, что? Всосать мусор. Еще пускай шарики. Он опускается. Ой, я засосался. Туда же? Да, давай тебе без... Давай меня, давай. Нет, это не сработает. Коробку направляй. Я нет? Направляю, это не работает, шарики нужны. А. Еще запихивай, чтобы потяжелело эта хрень. А вот там и дело, что они не запихиваются. В смысле? Не запихиваются. На Y возьми, на Y. Нет. А! 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 Во, да, вот так. Во, да. Во, хорошо, навалил. Ой, нормально. Пососало нормально. Все, хватит, хорош. Ты достанешь? Нет. Ну тогда еще чуть-чуть. Вот так давай. А все, это максимум. Можно не промахиваться? Нет, я не промахиваюсь, это максимум, больше не опускается вниз. А, да. Все хорошо. Так, здесь. Окей, я здесь, значит, что с секретом этим делать? А, мы должны с тобой толкать эту штуку. Давай. Тимплей. Так, окей, все, приехали. Ой, какой-то паровоз или что это? Упражнение нам на пользу, по факту. Это утюг. И что это? И чё? А, мы не дотолкали. Да? Да. А. Все, приехали. Да-да-да. Сохранение. Это, кстати, уже катсцена, мы ничего не делаем. Походу. Ой, сейчас босс будет. Ой. Слушай, босс реально. Да. Босс-пылесос. Ну, босс. Вы испортили мое пищеварение и оставили меня здесь догнивать. Теперь вы оба умрете. Не надо. Я могу тебя починить. Я могу сделать так, чтобы ты снова заработал. Хватит лжи. О, нет, она права, она инженер. Очень хороший инженер. Ты правда очень хороший инженер. Эй, пылесос, ты поверишь серьезно? Потому что я бы не стал. Не слушай его. Как только я вернусь в свое тело, то смогу тебя пофиксить. О, неужели? Тогда зачем ты купила дорогущий турбо X2000, а? Ой, все. Что? Ты заменила меня на турбо X2000? Just...
Напыщенный французский пылесос, который даже не всасывает нормально. Я вам покажу, кто лучше всасывает. Ну ладно, погнал. Поехал, да. До свидания. Слушай, увидимся потом. Нас сейчас всосут. Ну погнали. Погнали. О, здоровье появилось. Да, смотри-ка, а что ему делать? Всосите-ка так, это. Они взрываются. А что делать? Этот пылесос ненормальный. Ты вот смотри, я погнал. И чё? Не знаю, погнал я скорее. Зашибись. Да! Это бесконечный процесс. Спокойно. Слушай, их брать надо, наверное. Прекратите! А хпшек очень мало. У меня пол хп снесло. Заберите свой жгучий мусор. Я не понимаю, их нужно брать или что? Я не знаю. Походу нет. Брать не надо. А что в него пулять-то? Себя не получается пулять. Так, спокойно, сейчас будут удары. Удары, прыгаем от ударов. Нормас. Так, окей. Слушай, может ударять по ней надо? Да блин. Не знаю. Попробуй. Я тебя. Стой, вот. Я должен ловить, а ты должен пулять. А чё ловить-то? Я не знаю. Я сейчас давай тоже, типа, держал. Давай пробовать. Сейчас он будет запускать, я буду ловить, а ты будешь пулять. То есть я стою наверху, типа? Да. Так, да. Окей. А я внизу. Окей, смотри, я его оседлал. О, да, пуляй. Пуляй, да, пуляй. А, хорош. Да, да. Уф, я не для этих целей был сделан. Как тебе так больно, пыльный ты придурок? Ух, ни хрена себе, блин, тут скиллы. Ой-ой-ой. Ну, жесткий. Согласен, просто... Ты уровень сложности выбирал? Нет. Понял. Надеюсь, что это не самый сложный. Так, готовься. Давай. Ой, нормально. Ой, хорошо, уже половину снесли, смотри, какие красавчики. Ой-ой-ой. Ой, что это? Это что-то пошло. А что за звездец? Я не знаю, как это... Все, сейчас прыгай туда. Спокойно! Звездец! Что происходит? Чисто с Новым годом. Да. Так, окей, снова эти штуки полетели беспомощные. Спокойно, спокойно. Все, еще один удар, и мне кажется, он труп. Еще раз. Давай. Давай, 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 давай. Бляха, сори. Долго. Давай. Да, метеориты, что это? Мусорные. Гарбич, да. Стоп, ты откинулся? Нет. Все, найс. Живу. Я еще ни разу не умер. Я вроде тоже. Вот, все, я готов, Никит. Давай. Давай. Ну, получай. Тупая железка, блин. Блин, а чё так мало-то? Ого, вот теперь я разозлился. Я сейчас откинусь. Все. ГГ. Так, главное мне сейчас не умирать. Да, не умирай, не умирай, не умирай. Я воскрешаюсь. А, ты можешь воскрешаться? Да? Но если мы умрем оба, мне кажется, мы проиграем. Ну да. Добавки хочешь, деревянская? Чего? Я запускаю. Давай. Давай. Ой, Миш, сейчас будет много. Ой, найс. Все, получай. В мои руки, я без сил. Надо садиться. На руки садись. Давай. Пора заканчивать. И что делать? А, его самого засосать, типа? Да. Что вы делаете? Глаза. Глаза, да. Игрик. Что надо сжать? А, Игрик, да. Жать. Пошел! Мы высасываем его глаза. Простите, беру назад. Ой, красиво. Мэй, помоги! Держись. Это экшен. Уф. Проклятый пылесос. Идем, мы должны найти Роуз, пока она еще не ушла. Надеюсь, она знает, что с нами не так. Ну, что-то... Она же сделала этих кукол. Она их сделала? Да. Тогда почему она сделала их похожим на нас? Без понятия. Почему ты вообще ничего не рассказал? А зачем? Она же ребенок. Она с чем угодно играет. Наверное, не знаю. Ладно, пошли, пофиг. Найдем. Так, где это мы? Мне интересно, это уже вторая глава после босса или нет?
Как здесь вообще понять, какая это глава? Смотри, выбор главы. Не знаю. Ну, блин, что-то мне подсказывает, что после босса, как бы, нужно завершить данную серию и продолжить уже следующий, потому что здесь, к сожалению, не показывают, что, типа, глава была завершена, и вот начинается новая, но, возможно, просто для того, чтобы, типа, сюжет не прерывать. И чтобы все повествовалось как отдельная история. Окей, я думаю, что это может закончить первую серию прохождения игры It Takes Two. Игрушка забавная, игрушка классная. И круто реально, что здесь нужно прям взаимодействовать друг с другом. Потому что если бы не наш тимплей, блин, мы бы, конечно, никакого пылесоса бы не засосали самого в себя, и этот уровень бы не прошли. Поэтому, если вам понравилось данное видео и данная игра, вы можете поставить ему палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. Также подписывайтесь на сайт, да, все ссылочки есть в описании. Ну а с вами был Дакстер и сайт, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Всем пока-пока.